хотели бы представить инверторные кондиционеры сплит-системы серии Tango. Эта серия дизайнерская, она отличается от стандартных других кондиционеров тем, что передняя панель внутреннего блока обладает серебристой окраской и очень стильно смотрится в современном интерьере. Также отличительной особенностью этого серии является наличие яркого индикатора, на котором отображается заданная температура, коды ошибок, ну а также режим работы дополнительными светодиодами. Кондиционер обладает высоким показателем энергоэффективности на уровне класса А, то есть КПД у него выше, чем 3,6 в режиме охлаждения. Также в этом кондиционере используется система очистки воздуха Cold Plasma. Это небольшого размера электрический разрядник, который с помощью разряда электротока эффективно убивает бактерии, разрушает клетки микробов в том воздухе, который обрабатывает кондиционер. Пульт, который идет в комплекте управления, удобный для использования. Шторка кондиционера широкая. И есть также дополнительные ряды для распределения воздуха в горизонтальном направлении. В подарок каждому покупателю изящного кондиционера серии Tango идет элегантная коробочка, холдер для визитных карточек. Наружный блок кондиционеров серии Tango ESR TDN выполнен из качественного металла. Мощная защитная сетка вентилятора из металла также. Есть дополнительная ручка для переноски, кожух защиты фреонопроводов. Ну и мы уже говорили о том, что это кондиционер с высоким классом энергоэффективности. Она соответствует классу А, то есть коэффициент полезного действия в режиме охлаждения выше, чем 3,6. Поэтому габариты блока несколько больше, чем у бюджетных моделей.